популярных социальных сетях в последнее время активно распространялся призыв к детям прыгать с крыш. День X, 3 марта. Спецслужбы оперативно блокировали негативный контент. Теперь каждого родителя просят проявить особое внимание к своему ребенку. То традиционно весна – это период обострения. Не только пробуждается природа, но и те люди, которые деструктивно настроены, они, конечно, тоже могут пробудиться и еще и хотеть пробудить и побудить к своим действиям многих других. И дети в этом вопросе оказываются наиболее уязвимы, потому что у них очень сложно формируется в современном мире, очень сложно формируется отношение к ценности жизни. Как утверждают эксперты, желание ребенка уйти из жизни – это то, чего практически всегда можно избежать. Главное, что для этого необходимо, это вовремя заметить тревожные сигналы. Собирается семья и включает телевизор, им совсем не до меня. Он всегда в авторитете, на него не накричат, всех охватывает трепет, его слушают, молчат. Вот бы мне б хотя бы на время телевизором бы стать. Хочется, чтобы родители не ждали праздников, дней рождения, 8 марта, 23 февраля, Новый год, когда они наиболее плотно и активно общаются со своими детьми, или отпуск. Хочется, чтобы вот прямо сегодня вы подошли к своему ребенку и спросили, что ты чувствуешь, что ты ощущаешь. Может быть, вы узнаете то или успеете ухватить те переживания ребенка, которых вы не знаете, но которые позволят вам предотвратить трагедию, которую вы не знаете, или намерения ребенка, которых вы не знаете. Напомним, что по-прежнему доступна круглосуточная помощь психологов по телефону. Взрослые дети могут обратиться за помощью бесплатно и анонимно. Получить консультацию или передать тревожную информацию очень просто. Достаточно позвонить по номеру 8 800 2000 122. С начала года приморские операторы детского телефона доверия дали более 1000 консультаций. С особым вниманием специалисты относятся к тревожным сообщениям о подростках. Психологи тщательно работают по каждому звонку, делают все возможное, чтобы уберечь отчаявшегося ребенка от страшного шага. Скажи, о чем молчишь? 8 800 2122. Телефон доверия для подростков. Звонок бесплатный и анонимный. Алина Черненко, Игорь Болтов. Новости на восьмом.